Ну, хочу всех поздравить, и наших фанатов, болельщиков с победой. Тоже непростой матч. Как обычно, мы много атакуем, но есть у нас над чем работать. Есть моменты, которые мы себе фиксируем. Ну а так, браво, браво, Жальгирис. Много-много работы, много хорошей работы. Есть забитые голы, это уже большой плюс. Есть 3 очка, это тоже немаловажное на сегодняшний день. Поэтому серьезные атаки мы не видели от соперника, больших выпадов. Но создавали давление. Мы пытались, как обычно, много атаковать. Что-то получилось, что-то не получилось. Но если есть голы, значит, идем далее, смотрим в будущее. Эта победа очень важна для психологии команды? Конечно, забитые голы очень важны для команды, потому что мы достаточно в последних играх создаем моментов, но не все они реализовываются. И мы говорим хотя бы о том, что те моменты, которые мы имеем, к ним надо более серьезно подходить. Если забил по стандартам, это был какой-то... Это было неожиданно даже для нас. Джибрил играл на стартовом составе, был заменен Немания. Об этом кто был Немания там? Ну, он получил травму. В ближайшие дни мы будем знать, насколько это серьезная травма. Но, конечно, это не есть хорошо, если центральный защитник по ходу игры выпадает. Замена центрального защитника – это всегда проблематично. Но, думаю, может быть, все обойдется, все будет хорошо. Но Татамирович вышел достаточно уверенно, он опытный игрок. И даже та небольшая травма, которая у него была, как бы... Даже с ней сыграл, и сыграл достаточно надежно. Поэтому будем думать, что у Мани будет все хорошо. А Джибрил, как он играл, дебют? Ну, еще не все кондиции есть. Мы, конечно же, понимаем о том, что когда игрок не играет долгое время, он готовится, но нет возможности и нет... Наработки именно в связке это очень большое дело, потому что связка центральных защитников – это достаточно серьезное дело. Если Татамирович и Любославович, они уже на протяжении долгого времени работают вдвоем, то мы видим и взаимопонимание. Сегодня не было таких сильных провалов, но это должно нарабатываться именно в игровом процессе. Тренировка – это тренировка, но самая лучшая тренировка – это игра. Это лучший матч на этом год команды, как вы думаете? Я не могу сказать, что это лучший матч. По результату, да, по забитым голам, да, но были и лучшие матчи.